это любовь. Это любовь, которая у вас началась тогда и пронеслась вот все эти годы. Я хочу, чтобы это слово, ну, не было обыденностью в вашей жизни. Оно было всегда для вас значимым. А мы вам поможем. Я вас очень люблю. Она веселая, она умная, очень добрая, очень красивая, привлекательная девушка, и очень образованная, и так далее, можно продолжать до бесконечности. Он добрый, вот прям по-настоящему, всегда готов там помочь в трудной ситуации, вот все наши трудные ситуации переживали хорошо и всегда друг друга поддерживали. И еще его очень люблю, вот, вообще, и так сегодня как-то все так хорошо. Ответственность за жизнь и счастье любимого человека. Я прошу ответить вас, Антон Павлович. Да, готов. Я прошу ответить вас, Ксения Ильинична. Да. С вашего взаимного согласия ваш семейный союз регистрируется.